море слез. О, муравьи! Все, картина сбывается. Эй, а кролик меня что, 3 часа ждал? Камни живые. Понимаю. Я его ударил. А это хорошо или плохо? Он в большом сне. Ладно. Я просто побегу дальше. Хотя... Ну, от меня убегает. Ну, подожди. Ну, в тебе же должно быть что-нибудь. Ладно, я не буду мучить бедное животное. Так, тут камнепад. Я помню, как я долго застревала. Я просто подумала, что если я убью этих камнепауков, то я из них жизни получу. Но, видимо, из-за того, что они не враждебны, я не могу с них ни убить, ни жизни получить. Спасибо. За что месть-то? Ой, упс. Неловко вышло. Побежали. Надеюсь, я тут долго застревать уж не буду. Всего часа надо ко мне пад пройти. Тем более, если я уже проходила на лёгку. Что тут должно быть сложно вообще? Я же должна помнить. Так, теперь бежим, 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 бежим. Ну-ка. Ага, значит, дает. Если попробовать писать просто здесь. Хотя нет, он же прыгнет. Он не допрыгивает до этого камня. Там еще камнепад будет? Так, значит, здесь, можно сказать, точка сохранения. Ну, не точка сохранения, а... Так, кажись, камень падает. Давай. Или падаю я. Ну, давайте уж падать. Надо сохраниться там. Так, вот камень. Ага. Ё-моё. Бля. По-моему, он не должен давить меня здесь. Ага, значит так. Он бросает камень. Ну-ка. Так, всё. Ну, как обычно, да? Да почему она падает, а? Спокойно не можно как-нибудь? И
Тихо. Так, давайте сохранимся. Беги. А знаете, я не зря сохранилась, как чувствовала. Нифига себе! Вы откуда? Здрасте. Где камень? А, вот он где. Что эти жуки делают вообще? Ча. Ой-ой. Полегче. А я смогу его издалека так? Ой, чуть повыше. Ну нефиг мне тут бросаться, пожалуйста. А то еще подлетают ко мне тут всякие жуки. Чё, мне стреляешь так? Ты дурачок? Хорошо целился! Нормально, сука, так. Давай. Так, все, молодец, Алиса. Они то сильные, это тебе не карточные стражи. Вообще. Это что за муравьюши на допингах сидит? Нет, они просто качаются. Ну, они в спортзал ходят, видите, какие стройные. В отличие от стражи. Здрасте. А вы кто? Что случилось? Кто-то умер? Кто-то умер? Да там пару муравьев! Нет, без панциря. Герцогиня украла его и хотела съесть меня на завтрак. Ну прекрати же, наконец, рыдать. Как ты холодна для теплокровного. Я чуть не стал черепаховым супом. Это, безусловно, ужасно, но сейчас я очень спешу. Ты не видел кролика? Глазки бегают, носиком шмыгает. То и дело смотрит на часы. Единственный в своем роде кролик. Он очень дорог мне. Я должна найти его. Гусеница знает, где он, я уверен. Она знает все, это что только можно. Это которая кальян пила. И где же теперь эта ленивая толстая червяга, курица в итальян? Когда началась вся эта свистопляска, она спряталась. Ты предлагаешь мне выдать ее тайну? Я не могу рисковать. Просто так. Кто не рискует, тот не выигрывает. Я тебе место, где она прячется. А ты мне панцирь. Но герцогиня по-хорошему его... Так, герцогиня, а это не королева. Пора научить ее вести себя прилично. Ты смелая девочка. Но предупреждаю, она кусается. Я тоже. Лист падает. Ой, как вовремя-то лист упал. И что, ты на нем поплывешь? И без меня. Ну и прощай, черепаха. А, вот мне листик. Побежали. Стой, лист! Не уплыв... Нет, ты не уплывешь! Он уплыл без меня. Можно еще лист, пожалуйста?
Мне не хотят выдавать пропуск. А долго мне ждать? Алло? Давайте покупаемся, подождем листочек. Не, мне там долго ждать, а? Мне лист нужен. Смотрите, Алиса плавает. Она умеет плавать. Но нам не выдали лист. Ну, видимо, нам не выдадут повторный лист, да? Спасибо. До свидания. Я и так смогу, вы чё? Ты там не тонешь? По-моему, ей нечем дышать. Ну, чисто было мое мнение. Но всем тут... Пофиг на мое мнение, в принципе. Тут еще какие-то рыбы. Давай! Ты не берешь. Спасибо, как вовремя вы мне выдали лист. Настолько вовремя, что я вообще в шоке просто. От вас всех. Ну, зато мы знаем, что Алиса умеет тонуть. Что случилось? Кто-то умер? Ты остался без семьи? Не, без панциря, вы чё? Так, поплыли. Теперь человеческим способом. Ну, хотя как человеческим? Это сложно назвать человеческим. Это же всё-таки лист. Но в любом случае. Пирамид. Нормальники так. Давай. На лист. На лист. Пока. Он... Вы видели это? Он меня подкинул. Так, смотрим сверху, чтобы на нас не нападали жуки. От них будем отбиваться молотком от крокета. Пока что я не вижу ни одного. Вон, вон они. Беги, беги, беги. Давай, 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 давай. Ну. Давай, давай, выплывай. Выплывай. Кому я сказал выплывать? Давай. Можно чуть побыстрее плыть? Все в порядке, Алис. Мы всего лишь-то плывем. Нормально, он там... с водопада. А не мог ты меня с собой взять? Опа, Алис. Ладно. Знаете, не прям их настолько сложно побить. Не, ну это жесть просто. Сохраниться надо. При любых обстоятельствах сохраняемся. Плывем. У меня жук. Давай, давай, и... Давай, и... Хоп. Ой. Плыви давай, Алиса. Это твой единственный путь к спасению.
Так, давай. Ладно, ты не сможешь подняться. Привет! Плывем от этих жуков. А... Меня задавил лист. Ну, явление не из приятных. Сердечко. Может подождать лист здесь? Ой. Дождались мы листа. Плывем. Очень сложно быть на листе, когда ты знаешь, что рано или поздно придут эти жуки. Ну, опасность здесь не только жуки, знаете ли. Ой-ой. Не-не-не-не. Ты так хочешь, что с меня сердечки эти выпали? Бежим. Так, а жуков нет смысла бить их, потому что они у нас неубиваемые друзья. Ну, в плане их можно убить, но просто их выслеживать как-то неохота. Так что просто будем это... Тихонечко. Аккуратненько Лизы дождемся. Вот он. Ну ладно, кто не успел, тот опоздал, так скажем. Но с другой стороны... Гад. А где лист? Пошёл отсюда. Даже нечего тут. Ладно, поплывем, короче. Ты только, Алиса, не забывай дышать. Давай, выплывай. Малори. Так, молодец. Ладно, пофиг на этот цветок, кто меня там бьет. Да уж, плыть через речку это сложно. Как же сложно в реке-то. Ай, ладно. Блин. И снова я упал с листа. Беги, Алиса. Ну, все видео, плывем через реку. Ничего страшного, уже не в первый раз, да, плыть. Хватит уже. Эй, черепах, не хочешь помочь мне? Я умираю. Ясно. Так, подышали с мозгом. Нырнули. Подышали. Ой. Дышать полезно. Так, плывем, не останавливаемся. Гад.
Я уцепилась. Сохранить не иначе. Я с тобой хотела. Ты меня бросил на съедение пираньям. Ладно. Я пойду. Пока, пираньи. Так, ну думаю, на этом я завершу, потому что я уже переплыла через эту реку, устала, бля. Все время умирала тут. Вот, так что... сейчас фон красивый, или... Во, водопад, смотрите на водопад. Итак, значит, мы уже уменьшились и... попали на какую-то реку за кроликом. Я не знаю, нас кролик, видимо, очень сильно ждал долго. Вот, но продолжим мы идти по этой реке уже в следующей серии. Так что пишите в комментариях, как вам новые враги. Например, муравьи, особенно рыбы, особенно эти жуки. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока. И на счастье.